Всем привет! Сегодня будет видео про Эвелина и Рокового. Да, это последнее такое вот. А потом уже будет про модули. Тестировать будем, как они вообще будут работать. И прочие другие. Вот у нас этот Роковой. У него вместо этого светового меча стоит Бик Виллу. Вот. А у Эвелина стоит золотой дробовик, который стоят у Саб-Зира, там сектор и башни тут. И у меня еще есть пятая, это золотой дробовик, вот он. Повезло, выпастим. Ну вот. Не до четвертого уровня, конечно, прокачан. Но ничего страшного. Вот. Отлично ей подходит, все. Ну, мы идем в бой. Так, выбираем карту. Какую-нибудь. О, ну это вообще сейчас будет. Тут главное не погибнуть. Это ближняя карта будет. Как тут вообще. Ой, ставим Эвелина. Не, Рокового не ставим. А боевых ставим. Женщина-джиггернаут. Так, и... Смолка. Чтоб он охранял. Или он пусть это бежал куда-нибудь. Вперед! Нахер всех уничтожаем. Опа, все. Эвелин угнала. Забрала, украла. Молодец, Саб-Зира. Блин, Эвелина отравить хотят. Отравляется. О, молодец, Саб-Зира. Да чё у меня патроны заканчиваются, я не пойму. Много раз стрельну, что ли? Или оно так работает на Эвелине, особенная способность у нее. Я не пойму. Чёрт, не попало ни хера. Промазал, блин, всё. На, получай! Нет! Не стесните меня только, ХП. Тут выжить главное. Ее нет. Папнули попросту. На! Нахер всех. На! О! Гибнут они. Оп. На, получай. Опа. Посмотрим, сколько. У меня 17 киллов. Нормас так. А у Саб-Зира 8. У Смолка. Короче, у них мало, а у Эвелина много. Она успела столько набрать. Неплохие деньги получили зато. Теперь за другого так и все. Не будем возвращать. Мы еще в смертельный бой поиграем. Какую-нибудь удобную выбрать. Давайте это. Смертельная пусть будет. Рокового легендарного ставим. Есть пустая. Thank you.
Собаки, да, это, по-моему, на сраве. Это убираем. Если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был Играв. Всем удачи, всем пока.